Hello students, soon we will finish our module 8 Healthy Habits, and today our task is to learn how to write an email and giving advice. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы, и сегодня наша задача научиться писать электронное письмо с содержанием какого-либо совета. Какого именно, мы узнаем чуть позже. А сейчас давайте для начала ознакомимся с ключом ответов к словарному диктанту, который вы писали на прошлом уроке. Итак, непосредственно сам ключ. To avoid sugary drinks. To do morning exercise. A source of energy. To make your body stronger. Full stomach. To sleep well at night. High in proteins. You should go to a doctor. To damage your teeth. To eat homemade food. Окей. Теперь давайте приступим непосредственно к теме урока. Для начала мы с вами прослушаем небольшой аудиофрагмент и разберем его. Tara has moved to a new school, and she is not happy. Her classmates make fun of her accent, and she misses her old friends. She doesn't want to go to school anymore. Отсюда мы узнаем, что девочка по имени Тара по каким-то причинам несчастлива, она переехала на новое место. И из письма мы можем узнать: London's okay, but I miss all my friends in Dorset. Лондон хорош, но я скучаю по своим друзьям в Дорсете. At my new school, my classmates make fun of my accent. В моей новой школе мои одноклассники смеются над моим акцентом. I feel very embarrassed and unhappy. And I don't want to go to school anymore. What can I do? Она чувствует себя очень смущенной и несчастливой, и не хочет больше ходить в школу. И она спрашивает совета. What can I do? Что мне делать? Так, давайте продолжим. Далее у нас дано письмо, куда нужно вставить некоторые блоки. Попробуйте выполнить это самостоятельно. А затем мы проверим, что у вас получилось. Давайте проверим, прочитаем и разберем, из чего состоит это письмо, что значат данные слова, предложения и какова структура этого письма. Итак, сначала, конечно же, обращение. Dear Tara. Далее. На первое место мы ставим букву C. I'm really sorry to hear that you are feeling unhappy at new school. Мы выражаем сожаление. Мне очень жаль слышать, что ты чувствуешь себя несчастной и несчастливой в своей новой школе. You were so excited about going to London. Ты ведь была так взволнована этой поездкой в Лондон. Я хочу тебе помочь. I want to help you. Номер два. The best thing you can do is ignore them. Лучшая вещь, которую ты можешь сделать, это игнорировать их. Номер три. This way, таким образом, your classmates will get tired of making fun of you when they don't get a reaction and they will get used to your accent. Таким образом, твои одноклассники устанут насмехаться, смеяться над тобой, когда они не получают никакой реакции, и они привыкнут к твоему акценту. Так, некоторые слова и словосочетания из этого предложения. Get tired – уставать. Making fun – веселиться, смеяться. В данном контексте насмехаться. Get a reaction – получать реакцию. Оборот. Get used to – привыкнуть к чему-либо. В данном случае get used to your accent. Привыкнуть к твоему акценту. Номер 4.
You can also ask at school if there is a school counselor. Ты можешь также спросить, есть ли в школе воспитатель. Слово counselor обозначает воспитатель или вожатый. Sharing your feelings with someone at the school will help you feel better. Sharing your feelings. Поделиться твоими чувствами with someone at the school, с кем-то в школе, will help you, поможет тебе feel better, чувствовать себя лучше. И последнее, пятое. I really hope my advice helps and you make some new friends soon. We all miss you here. Я действительно надеюсь, мой совет поможет. I really hope my advice helps. And you make some new friends. И ты заведешь новых друзей soon, скоро, вскоре. We all miss you here. Мы все скучаем по тебе. И завершение письма. Write soon, love, Susie. Напиши ответ, жду ответа, с любовью, Сьюзи. Значит, приветствие, dear, плюс имя, небольшое вступление, с сожалением, где I'm really sorry to hear about something. Мне действительно жаль слышать о чем-нибудь, о какой-либо проблеме. Далее, main body, и в этой основной части мы уже даем совет. Какие-то точные конкретные советы, действия, что с этим делать. То есть the best thing you can do, лучшее, что можно сделать. Или you can also, также ты можешь. This way, таким образом. Эти все слова использованы в основной части. В завершении мы выражаем надежду, что наш совет поможет. I really hope my advice helps. Я действительно надеюсь, что мой совет поможет. И завершение письма в надежде на ответ. Write soon. Love, Сьюзи. Итак, а теперь давайте выслушаем Алекса. Алекс расстроен, потому что его родители не позволили ему пойти на концерт в эти выходные. Послушаем его разговор с Томом и чем же ему помог его друг Том, что он ему посоветовал. Are you coming out tonight? We're going to see a new band playing. I want to come, but my parents said no. They say it's too late. I'm really fed up. What can I do? My parents were like that too. But we agreed on a few ground rules, and now they're okay. What do you mean by ground rules? Well, first I have to tell them exactly where I'm going and who I'm going with. That's okay. Also, if I say I will be back at a certain time, I must be back at that time. Fair enough, but what happens if the bus is late or something? Well, I must always have my mobile phone with me. That way, I can phone if I'm going to be later than I said, or if I have a problem. Right. The thing is, you have to show them you are responsible. Then they will probably relax a bit. I hope so. Look, I think your parents only want to be sure you are safe. Yes, you're probably right. Thanks for your advice. I'm going to tell them what you said, and maybe they can talk to your parents too. Sure. My parents will be pleased to know we're going together. Ring me later and let me know what happens. Okay, Tom. Let's hope they say I can come. I'll speak to you later. Bye. Что касается значения фраз в этом диалоге, то попробуйте разобраться в них самостоятельно. Наша же задача заключается в том, чтобы дать совет в электронном письме. Совет мы будем давать Алексу, исходя из предыдущего диалога. Paragraph 1, наше схематичное изображение. Первый абзац. Express sympathy. Мы выражаем сожаление, например, фразой I am really sorry. Мне действительно жаль.
Paragraph 2, второй абзац. Your advice and expected results. Ваш совет и ожидаемый результат. И здесь мы используем такие словосочетания, как the best thing, лучшее, что можно сделать, например, this way, таким образом. You can also, также ты можешь, that way, таким образом. Paragraph 3. Express hope your advice helps. Closing remarks. Выразить надежду, что ваш совет поможет. И завершить письмо. I really hope. Я действительно надеюсь. Write and let me know. Напиши, дай мне знать. Yours. Таким образом мы завершаем письмо. И раз это должно быть письмо электронное, то и составим мы его в электронном виде и отправим на настоящую электронную почту. Well, thanks for your attention, guys. I think it is clear how to write an email, and I am waiting for your emails. Спасибо за внимание, ребята. Я надеюсь, что нам понятно, как написать это электронное письмо, что будет в вступлении, в основной части, что будет в завершении, какой должна быть тема. Жду ваших электронных писем. Спасибо за внимание. Thanks for your attention. Goodbye.